Всем привет, друзья, это канал Чар, меня зовут Иван, и сегодня у нас Evil Inside. Без долгих вступлений мы начинаем. В принципе, говорят, игрушка неплохая, и без долгих вступлений мы начнем. Так, для наилучшего опыта советуем играть с наушниками и выключенным светом, чтобы я обосрался окончательно. Спасибо большое. Опа. У нас теперь срочные новости Северного... что-то там США. У нас идет прямой эфир нашей репортерши Мэри Джейн Андерсон. Надеюсь, записывается. Благодарю, Джо. Роза, попавшая в прошлый понедельник, женщина, найдена мертвой. Криминалисты нашли ее фотоаппарат у крыльца, в котором был найден ее труп. Ее муж, подозреваемый убийца, был арестован. Самое тупое убийство в мире тогда. Типа, убить жену на пороге. По-моему, это жестко. Как вы думаете? Та-тапц, та-тапц. Тра-тапц. Так, а что-то мне кажется, мне не кажется, что, по-моему, экран довольно-таки маленький. Ёб твою мать. Тыгадык. Опачки, это шо, фон? Это фон? Это же айфон? Очень весело играть в игру, когда-то в 2020 году. Алло. Здорово, Марк. Что-то давно не болтали твою мамку, что? Это уже было давно, месяцы прошли. Так. Да, извини. Слышишь, ты умеешь связываться с духами? Да. А что такое? Мне нужно связаться с мамой. По-моему, вы ебабо, нет? Как вы думаете? По-моему, это тупая идея. Если бы я позвонил бы другу, сказал, умеешь связаться с духами, он бы мне скорую вызвал. Ебать, подсвечник. Страшный писос. Это все подсвечники. А, блядь, нет! Сука! Вы что делаете со мной? Игра только началась, и вот эта вот херня, вы хотите, чтобы я в это поиграл, да? Вот нахера я решил в хорроры играть, ну господи Иисусе. А, веселая доска, да? О, божечки! Ладно, на самом деле это я прикалываюсь, ну блять, но тогда я реально обосрался. Я очень надеюсь, что записывается, очень надеюсь. Я очень надеюсь, что записывается. А, все норм. Поп-поп-поп. А, назад. И что делать? А что делать-то? Моя мама померла, отец в тюрьме, остается лишь приглядывать за своим младшим братом. И чё, на чё мне тыкать? На чё тыкать? Так, короче, это значит сыночек той мамы, да, которая померла. О, она была клёвым фотографом, я вам скажу. И типа мама такая, нет, сыночек, ты меня убил. Это был ты. Закрыто, зашибись. Прикольно придумано. Что там, блин, такое? Господи, вот нахера такие лампы делать, я не понимаю. О, стоп, он же тут был такой. О боже, ты же умеешь вызывать духов? И это мама. Мама! Мамочку! Боюсь мамочку! Песос. Да, весело. Слушайте, а прикольные картины. Мне нравится вот такой вот антуражик. В принципе, неплохо выглядит. Но ночью это, конечно, кринжово, да? Мама? Что, мамочка пирог приготовила? Слушай, по-моему, неплохо. Если бы у меня был бы призрак, который мне бы готовил, был бы заебись. Джеки? Джеки? Ба-ба-ба-ба-ба-ба. А, это брат, наверное, младший. И сейчас мы пойдем наверх, чтобы спасти младшего брата. А младший брат будет в лапах мамы. Да. Забавно поворачиваться. Блин, он так медленно идет, я нажимаю на Shift, он вообще не идет. На Ctrl как-то. Какого лешего? Чё, в смысле, какого лешего? Тебя это только-только напрягло, что эта хрень мотается? Меня нет. Точнее, меня сразу же это напрягло, я такой, какая-то дичь. Господи, нахера тебе такой здоровый дом? Задолбаешься убирать. Да господи, где лестница? Стоп, чё, блядь? Нет, я не хочу в подвал. Подвалы это очень страшно. Бильярд! Я иду! Бильярд. Мамочка, прости, у меня тут есть бильярд. Господи, у него есть бильярд в подвале, вы чё? Охренеть! Ну, это гараж, я понимаю. Ну, там есть... Мамочка, привет. Обалдеть, чувак. Слушай, а неплохой призрак? Слушай, Рел, типа, он тебе двери закрывает, открывает, готовит. По-моему, неплохо. Я ничего не нажимал. Спасибо, мамуль. Ты супер. А, нам туда?
сука! Надо быть спокойней. Боже. Соседи в ахуе. О, ужас какой, господи, блять, кто эту игру разработал? Какая сука бешеная. 9.59. Блять, нет. Сука, твою мать. Я буду сдерживать эмоции. Будем тихо. Будем тихо, тихо. Зубы зажали. Зажали зубы, чтобы не кричать громко, блядь. Чтобы громко не кричать. А еще ночью, да? Чтобы я сдох, да? Сука, блядь. Тихо, тихо, тихо. Да сука, твою мать! Тихо, главное, тихо. Ты ничего не сделаешь, сука, я тут. Пока, мам. Я тебя люблю, мама. Блять! Сука, нет. Слушай, если это твоя мать, то она ёбнутая. Твою мать. Нет, мамочка, ты меня не напугаешь, мамуля. Угу. Спи, братан. Господи. Блять, вот ненавижу эту игру. Уже ненавижу. Она мне чуть, блядь, это, не, сердце мое в пятки убрало. Ой, блядь. Вот я сейчас расслаблюсь, и только-только какая-нибудь хуйня будет. Сука, блядь, я клянусь. Клянусь, выходи отсюда, нахуй. Привет, мам. Как дела, мамуль? Нормально все? Кстати, прикольный верстак. Шабадабра. Блять, мать, ебать. А стиралка внизу неплохо, кстати. Если у меня была бы стиралка. Может, я тоже подвал бы стоило поставить. Бля, не-не. Ты уже плохая мама. Вот тут не хватало этого. Та-та-та, тра-та-та. Милые ребятки. Сука, мать, я знаю, ты тут, я зубы сжал, я не буду кричать, мамуль. Не-не-не. А, чё, дура, хотел напугать меня, дебила, блядь. Вот первый раз ты меня напугала нормально, а вот тут это чё-то какая-то хрень. Вот тогда я обоссался, почти. Мамулик, ты где? Что бы это могло значить? Ну-кася. Первый у нас идет фиолетовый, это 6. Потом синяя. Что-то какая-то хрень. Так, давай думать. Дом, цветочек, дерево, солнышко. 2951, да? Так. Сука, ключик от нашего с тобой сердечка. Я отсюда ухожу. Сука! Ну, сука, я тебя найду. Думаешь, ты меня не пустишь? Пустишь, как миленького пустишь. Пусти меня. О, твою мать, не надо было дверь мне открывать. Мамуль! О, какие, блядь, стены. Хотя я бы сделал немножечко по-другому. Сейчас будет мамка, да? Мамон? Мамона? Мами-мо-мо-мо-ма? Мима? Сейчас будет... Да, сейчас будет... Скример, давай. Напрягаем жопу. Ну, сейчас будет скример, по-любому, да? Скример. Давай скримера. Давай. И... Мамуль. Где ты, мама? Мама не любит уборку, да? Да господи, ёб твою мать. Что за хрень? Куда мне идти? Я уж все комнаты, сука, обошел. Погоди-ка. Мне кажется, ли я что-то упустил. Вот, сука, что я забыл. Наконец-то, спустя полгода. Господи, маман, спасибо тебе большое. А далее что? Скример. Все? В смысле? Я что, пролог прошел? Excuse me?
Excuse me, как бы... Охренеть. В смысле? В смысле? Я этот пролог прошел. Чего, блядь? Вы что, реально хотите сказать, что я прошел? Ну, глава 4, ну. Что это такое? Что это такое? Все, реально? Я прошел этот пролог. Охренеть, ну ладно. Ну что ж, друзья, большое спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал, оставлять свои комментарии под видео и нажимать большие пальцы вверх, а также делиться и рассказывать друзьям. Большое спасибо за просмотр. Всем пока. А также не забывайте делиться и подписываться. Делиться друзьями роликом, чтобы ролик набирал просмотры и подписчиков. Пожалуйста. Большое спасибо за просмотр. Всем пока. Так. Evil Inside. Roll to play. Мое знание английского. Ужас какой, ужас какой, ужас какой. Куда деваться, куда деваться. Всем привет, друзья, это канал Чар, меня зовут Иван. И сегодня у нас без такая невеселая игрушечка. Господи, обожаю я свое знание английского, в принципе. Во. Такие дела. Такие дела. Куда нам идти, я не знаю. Я иду туда. Сука, ты тупая.